Оптические прицелы являются самыми популярными и востребованными прицельными приспособлениями среди охотников. Конечно, многие предпочитают охотиться с тепловизорами или приборами ночного видения. Некоторые отдают предпочтение коллиматорным прицелам и охоте на малых и средних дистанциях. Некоторые охотники устанавливают на свое оружие целые прицельные комплексы, состоящие из дневной оптики и ночной или тепловизионной насадки. Однако наш сегодняшний ролик посвящен исключительно оптическим прицелам, которые были и будут самым верным помощником современного охотника. На протяжении нескольких минут вы увидите топ-5 оптических прицелов, которые могут порадовать охотника не только качеством и функционалом, но и своей стоимостью. И начнем мы наш топ с оптического прицела Nikko Stirling Panamax. Основные особенности данной оптики – это широкое поле зрения, переменная кратность от 3 до 9 и, конечно же, универсальность. Он отлично подойдет на карабины центрального боя, мелкокалиберные и пневматические винтовки. Оптический прицел защищен от ударных нагрузок. Влагозащищен, корпус заполнен азотом, что предотвращает внутреннее запотевание. В прицеле не предусмотрена подсветка прицельной сетки или какие-либо цифровые функции. Это нельзя назвать минусом, ведь сегодня мы говорим о бюджетных прицелах. Среднерыночная стоимость Nikko Stirling Panamax составляет около 6000 рублей. На четвертом месте мы расположили оптический прицел Lippers AccuShot Tactical с переменной кратностью от 1,5 до 6 и диаметром объектива 44 мм. Этот прицел также отличается широким полем зрения и хорошим просветлением. Стоимость данного прицела чуть выше, около 8000 рублей. Его можно использовать на большом количестве охотничьего оружия. Он имеет богатую комплектацию, в которую входят средства для ухода за прицелом и инструменты для его обслуживания. Еще одна важная деталь – это наличие подсветки прицельной сетки, благодаря чему прицел можно использовать не только ясным днем. Третье место достается оптическому прицелу Hawk Sport HDIR 39x50 с прицельной сеткой MIL-DOT и внутренней фокусировкой объектива. Качество данной оптики испытано множеством стрелков и охотников. Прочный корпус и просветленные линзы, отличная комплектация, точность, широкое поле зрения, переменная кратность и отличная эргономика делают данный прицел отличным выбором как для начинающего, так и для опытного охотника. Второе место за оптическим прицелом Bushnell Rimfire с переменной кратностью от 3 до 9 и диаметром объектива 32 мм. Это отличный прицел для любителей пострелять из мощных пневматических и мелкокалиберных винтовок. Несмотря на достаточно узкую специализацию, данная оптика оправдывает свою популярность. Ведь далеко не каждый охотник любит работать с крупными калибрами. Данная оптика имеет линзы с просветлением, переменную кратность с плавной настройкой, 100% водонепроницаемость и еще много интересных особенностей, полученных в результате работы высококлассных специалистов компании, опыт которой составляет более 60 лет. Ну и на первом месте расположился популярный российский оптический прицел Pilat 4x32. Это оптика с постоянной кратностью, которая отлично подходит для стрельбы на малых и средних дистанциях. Это отличный выбор для наблюдения за движущимися объектами на расстоянии до 150 метров. Оптический прицел Pilat может использоваться для загонной охоты как на открытой местности, так и в лесу. Прицел обеспечивает пользователя отличным изображением даже в сумерках. Имеет ударопрочный корпус, может быть использован как на огнестрельном, так и на пневматическом оружии. Популярность данного прицела говорит сама за себя. Соотношение его цены и качества уже удовлетворило потребности тысяч охотников, и по сей день данный прицел остается одним из самых популярных приборов данного производителя. На этом наш ролик подходит к концу. Если выпуск был интересным и полезным, не забудь поставить палец вверх и подписаться на наш канал, где совсем скоро мы рассмотрим новые подборки прицельных приспособлений из разных ценовых сегментов.